Итоговый форум управдом в Ивантеевке с участием жителей, представителей администрации, управляющих компаний, госжилинспекции и ресурсоснабжающих организаций начинают с обсуждения повышения тарифов в декабре. С 1 декабря произошло повышение. В среднем по городскому округу повышение на 8% произошло за коммунальные услуги. То есть повысились за ресурсы, за вывоз ТКО, капремонт. Содержание и текущий ремонт не повышалось с 1 декабря. Оно будет повышаться, как у нас на территории городского округа происходит, с 1 июля. Радостная новость для собственников помещений с газовыми плитами. Обслуживающая в Ивантеевке внутриквартирное оборудование организация «Проект Сервис Групп» повышать стоимость услуг не будет. Жители поднимают вопрос о необходимости обслуживания единой службой в многоквартирных домах всего спектра газового оборудования. Это будет удобно и жителям, и управляющим компаниям. Но для этого необходимо проводить собрание собственников, где жители и будут выбирать компанию. Горожане, пользуясь случаем, задают вопросы представителям управляющих компаний. Жительница одной из высоток на улице Первомайской интересуется, как можно заменить лифт, которому уже перевалило за 20 лет. Я живу на 9 этаже, у меня 2 маленьких детей, и мне таскаться с ними, а иногда с коляской на 9 этаж вообще не прикольно. Заменить подъемник можно по программе капитального ремонта. Для этого необходимо провести собрание собственников и принять решение о переносе замены лифта на более ранний срок. Среди вопросов – уборка придомовой территории, работа сантехнической службы управляющих компаний, теплоизоляция стен в многоквартирных домах и многое другое. Также на форуме жителям напомнили, что платежные документы за декабрь получат до 25 числа, а поэтому подать показания необходимо до 13 декабря. Итоговый форум управдом провели также и в Красноармейске. Вопросы повестки были связаны с повышением тарифов и газовой безопасностью. У жителей была возможность задать вопросы интересующим службам. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа.